получен сигнал на нанесение ракетного удара в кратчайший срок. Корабельным боевым расчетом провести оценку и анализ обстановки в районе боевых действий. Ракетная атака личному составу укрытия. Командиру боевой части 2 назначить старту 4 крылатых ракеты. Есть 14. Есть КП-1, командиру боевой части 2 снять блокировку режимов. 5, 4, 3, 2. ГКП КП-1, корабль точки пуска. Есть КП-1, значит пусковой цикл. ГКП КП-2, сход первого из ракетного места номер 4. Сход второго из ракетного места номер 3. Сход третий из ракетомест номер 2. Сход четвертый из ракетомест номер 1.